Всем привет! Получилась моя форма, заработала она у меня, и сейчас вот делает детальки. Вот небольшой тут у меня технологический процесс из доработок. Пришлось все-таки сделать полноценную плиту толкателей. Это вот упоры, которые упираются и толкают плиту. И пришлось поставить еще два толкателя, потому что просто двух по бокам, как я планировал, вот этих вот. Так. Вот этих вот, вот один и второй. Их оказалось мало. Пришлось сделать еще нижний и верхний. Итого деталь сейчас выталкивается четырьмя толкателями. Потому что двумя ее не выталкивало. Ее просто сгибало вот так вот лодочкой. Вот так вот сгибало. И не выдергивало из своего места. А сейчас еще один приходит сюда вот. И вот сюда вот. Вот видим, сейчас она размыкается. Деталь сама не выпадает, ее надо снимать, потому что толкатели очень тонкие и фактически являются формообразующими в некотором степени. Но она совершенно легко снимается. Запускаем следующий цикл. И вот как оно выглядит. Качество отличное. Я пробовал уже все в кучу собирать. Идеально подходит одни к другим деталям. Толкатели у меня это болтики под крестовую отверточку. Зачем? Потому что степенью закручивания вот этих двух болтиков регулируется, насколько вот этот и вот этот толкатель будут находиться заподлицо с самой формообразующей. Поэтому я оставил здесь болтики, чтобы можно было их регулировать. Ну вот, они, естественно, отпечатываются. Получаются вот такие, типа как мини-литнички, или как это правильно называется. Ну, облой такой, который отрезается. Отрезается очень легко ножом. Никакой проблемы в этом нету. Это вот литник. Хорошо вынимается. Жирненький, толстенький, тоже хорошо срезается легко потом. И получается хороший, классный корпус. Ну, в общем, увенчалось успехом. Мое это экспериментальное занятие. Цикл у меня стоит 1 минута. Можно и меньше делать, но если делать меньше, прослеживаются артефакты белесые, пластик. Вот здесь вот то ли застывает сильно, то ли наоборот не застывает и остается там. Сейчас его вытягивает, и здесь вот у нас получается очень хороший чистый край. А когда делал по 40 секунд, то у меня получался какой-то вот такой вот белесый артефакт. Это прошлый литник сюда вот вдавливался, и такой вот цвет некрасивый получался. Ну, решил добавить времени вот тоже вот, и это все ушло. 60 секунд выдерживается, получается, достает, я так понимаю, чуть-чуть больше, наверное, литника вытягивает. То есть его там меньше остается, он больше затвердевает, больше целиком выходит, меньше остается там полузатвердевшего, и нету вот этого вот артефакта. Так, периодически надо постукивать на контейнер, чтобы проваливался пластик, потому что дробленка, она очень мелкая, практически пыль одна за одну цепляется. Если не постукивать, там могут воздушные карманы образоваться, и будет тогда не пролив, получится вот такая вот беда вот. Термпост-автомат заварил я вот здесь этот узел. Здесь было сочленение на болту, болт оторвало. Заварил я его, и еще такое же соединение внутри, но там и не заваривал, там соединяется вот этот вот приводной вал с, как он называется, с гайкой, с приводной. Гайка бронзовая, поэтому я там был один болт, я сделал на 4 болтах. Нарезал резьбу под давлением, поставил в пресс, дал давление 2 тонны. Ну, тут на самом деле больше давления было, чем 2 тонны, но я дал 2 тонны давления. Под давлением нарезал резьбу и посадил на герметик, на клей. На резьбовый клей не снимаемый, ну, заодно шлифанул, так, для красоты, все обрабатывал. И гайка, которая у меня здесь в упорном подшипнике, она у меня откручивалась 2 раза. Я ее заваривал. Все равно плохо заварил, потому что без углекислоты варил, здесь просто кляксу ставил. Но в итоге потом я ее подточил, подрезал так, чтобы она была с болтом хорошо совпадала, заварил. И сейчас
нормально начало все работать. Аппарат сейчас как бы проблем никаких не доставляет, исправно работает. Ну, наконец-то. Наконец-то. Еще из доработок думаю, наверное, сделать здесь второй пульт, который будет делать движение, выбрасывающее вперед-назад. То есть по этому датчику не сразу сигнал будет приходить сюда, вот то, что цикл закончился, а он будет перехватывать данные этого датчика и сам совершать возвратно-поступательное движение, чтобы скинуть деталь с формы. Ну, может быть, в будущем это пригодится. Сейчас делать не буду, но для других деталей вполне вероятно это будет востребовано. Тадым-тадым. Всем пока.